А про топ-8 пока, вот именно по числам, ничего не известно, и по соперникам. Но у некоторых будет отбор в топ-8. 100% я знаю, что это Виталик Лалитин. Я просто недавно комментарий прочитал, то, что оказывается ударение на первое. И он сказал, то, что с кем-то будет бороться. Потом, опять же, Крудник должен с кем-то бороться. С Брестером? Возможно, с Брестером. И Алекс Курдеча, помню то, что Игорь тоже говорил, то, что дадут возможность ему побороться за место в топ-8. Больше пока ничего не знаю.